Всем привет! Сегодня хочу показать покупочки Faberlic. Делала заказ до Нового года, вот недавно только получила. Что-то интересненькое, что-то новенькое для меня тоже. Хочу поделиться, все ссылочки будут под видео, что-то если заинтересует, то открывайте инфобокс, там все будет. Друзья, если вы еще не подписаны на мой канал, советую подписаться. После того, как подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Начну, наверное, с продукции, это для дома, для уборки. И первое, то, что я заказала и не раз заказывала, это стиральный порошок для белых тканей. Я заказывала для темных, для цветных. Мне они очень и очень нравятся, очень экономные здесь. Вот эта вот небольшая упаковочка, это на 20 стирок, очень экономно. И вот что мне нравится вот в таких жидких стиральных порошках от Faberlic, то, что они не оставляют белых разводов. Вот такой отбеливатель я уже заказывала, он у меня закончился, правда, он был вот с такой вот голубой каемочкой. Сейчас с розовой, и, по-моему, он сильнее, чем с голубой каемочкой, называется кислородный экстра-окси. И я его добавляю или при ручной стирке немного, или в стиральную машину, то есть в отдельный отсек. И если там какие-то загрязнения, то он помогает отбеливать ткани. Следующее, что хочу показать, я уже не раз показывала, вообще вам советую, если вы в сомнениях, что покупать, вот эту вот салфетку универсаль, называется салфетка из микрофибры, они бывают, по-моему, голубого и розового цвета. Я их использую вот везде. Она довольно-таки большого размера, и я ее делю на две части. Одна часть у меня в ванной комнате, другая на кухне, то есть я мою и посуду, которая у меня в ванной, протираю там раковины. Ну, то есть универсального использования, также очень хорошо использовать для того, чтобы убирать пыль. Не так давно вот у них появились такие освежители, то есть это называется ароматизатор для белья, ее можно использовать не только как ароматизатор для белья, а также и в машину, если вам нравится аромат. Они есть разные, я вот на этот раз заказала цитрусовый джаз, такой ненавязчивый ароматизатор, который, ну, на самом деле, вот, нужен. Мне нравится, когда, например, от белья идет такой приятный аромат цитруса. Ну, он такой ненавязчивый, но такой. Часто заказываю вот такие вот зубные щетки, но зубные пасты это тоже. Ну, на этот раз я заказала себе, так как моя уже стала очень мягкой, плохо чистит, и, как вы знаете, зубные щетки надо часто менять. И эти зубные щетки, они разных цветов, они идут с ионами серебра. Я не знаю, где ионы серебра, я так думаю, что в щетинках, но мне в этих зубных щетках нравится, знаете что? Пока шел у меня заказ, я просто купила в магазине обычную тоже зубную щетку, и вот с этой стороны, вот у них на основании есть для того, чтобы чистить язык. Очень мне нравится вот именно у Faberlic, очень хорошо прочищает и, ну, как бы не раздражает язык за счет того, что она вот как бы мягкая, силиконовая. Следующие покупки это тоже для дома, то есть для гигиены. Это первая, это у меня Faberlic Men серия, называется пена для бритья. Это увлажняющая серия, у меня у всех, у мужчин. Ну, имеется в виду, у меня немного мужчин, у меня просто есть брат, у меня есть муж, я заказала для них. Это вот для них. Вторая тоже для бритья, называется это кислородная пена для комфортного бритья. Это немножечко из другой серии. И еще я заказала вот серии, есть это дезодоранты, по-моему, называется. И это парфюмерный дезодорант, вот эта вот коричнево-серая серия, у них есть, по-моему, еще и туалетная водичка. Взяла на свой страх и риск, просто понравилась упаковка, я не знаю, что за дезодорант, что за аромат. Сейчас вместе с вами я немножечко брызну. Знаете, очень-очень приятный аромат, советую. Следующие две принадлежности для хозяйства, для меня это совершенно абсолютная новиночка. Взяла, увидела, не видела до этого. Называются таблетки для посудомоечных машин. Все в одном. Две штучки взяла. Кстати, к сожалению, у меня нет посудомоечной машины, но взяла для других целей. Это для мастер-класса, вскоре в будущем покажу. Следующая покупочка, это для меня, я брала в начале лета. Это бронзирующая пудра, пудра-бронзатор. Но она и как пудра, и в то же время придает такой вот, знаете,
ну, немножечко оттенок загара. Зимой кожа, ну, такая бледная, хочется немножечко вот чего-то такого яркого. И вот эта вот пудра, она очень хорошо подходит. Я использую ее не на все лицо, а только в зону, ну, где скулы. Следующий тоже для себя у меня закончился дезодорант. Они мне нравятся. На 48 часов защиты, ну, конечно же, нет. Но дезодорант нужен, поэтому я часто беру. Из этой серии я взяла Aloe Vera. Они, по-моему, есть еще другие. Это без спирта. Такой приятный нежный аромат. Ну, мне, по крайней мере, на рабочий день хватает. То есть повторно пользоваться не нужно. Ну, 48 часов, конечно, это громко сказано. Но... Еще это у меня помада. Я вот в них уже запуталась. У них вот они вышли в таких вот формах, но разных видов. Это, по-моему, год назад они появились. Есть закрытая, такая же форма, только закрытая. Есть с полосочкой. Это у меня в номере 44078. Это вот у них артикул такой. Вы знаете, я вот раньше помадами не пользовалась, но вот как попробовала их помаду, вот именно... Они, кстати, разных серий, но они мне нравятся все. Я сейчас взяла вот такого ярко-кораллового цвета. И здесь на упаковке выглядит очень ярко. Но на самом деле она не очень яркая. Вот на губах у меня помада сейчас от Faberlic. Она немного другого цвета. В упаковке она выглядит более ярче. А на губах она вот, ну, естественный на каждый день макияж. И вот помады я постоянно пополняю. Заканчивается, снова беру. А вот эти вот освежители я беру постоянно. В основном вот заказ по две упаковки. На этот раз взяла вот что-то новенькое. Кстати, вот насчет освежителей я хочу вам посоветовать прямо от всей души. Они очень классные. Они не спиртовые, они водные. Аромат держится очень долго. И вы знаете, вот спиртовые, он как-то раз и испарился, и нет. А этот аромат, он долго держится. Первый я взяла зимние ягоды. Очень-очень мне понравилось. В данное время я им пользуюсь. Это освежает, ароматизирует и увлажняет воздух. Сейчас зимой это особенно важно. И второй я уже беру, этот аромат мне знаком, это новиночка. И это апельсин с корицей, прям зимний-зимний такой аромат, очень приятный. И последние три покупки, и это, кстати, подороже они такие, подороже всех, наверное, то, что было. Это из серии Flaranche. Они приходят в таких вот красных упаковочках. Я взяла перчатки, шарф и шапочку. Вот захотелось мне что-то обновить. И первое то, что мне попадается... такой вот красной упаковки с завязками. И это такая красивая шапка. Шапка называется... Ой, как называется, не знаю, но тоже вот из этой серии Flaranche. Она мне очень понравилась на картинке, но в деле, мне кажется, она не очень. И знаю, сейчас я вам покажу, посмотрите, как ее использовать. Я так и не поняла. Ну, знаете, на картинке выглядела очень красиво, но я ее мерю. И мне кажется, что она мне совершенно не подходит. Вот у этой шапки, вот смотрите, вот такая вот форма, и она мне совершенно не подходит. Мне нужно что-то немножечко такое объемное. Я ее пыталась разными способами, по-разному как-то убрать. Если я убираю здесь, ну как-то не так, я не знаю. Но мне шапка, вот именно вот эта форма, она не подошла. Она мне очень понравилась по дизайну. Здесь вот такая вот небольшая резиночка, она мне тоже не подходит к моему именно лицу. Если вы знаете какие-то способы, как ее там преобразить, то мне напишите, пожалуйста, под видео, буду очень благодарна. Следующий тоже из серии Flaranche. Я не знаю, эта серия, она была, появилась, но я вот так вот в каталоге искала, смотрела, то есть то, что заказать, и вот наткнулась на нее. У меня были очень большие надежды на эту серию, вообще очень красиво выглядела в каталоге. Вот этот шарф меня, конечно, очень устроил, знаете, он очень огромный. Шарф, кстати, мне очень понравился, на камеру он, наверное, выглядит как ярко такой розовый цвет, но он немного уходит в такой вот... чуточку розовато-фиолетовое что-то. С одной стороны он гладенький такой, с другой стороны у него очень интересное плетение. Ну, ткани такие как бы соты, что ли. Теплый, большой. Смотрите, ну, очень-очень-очень мне нравится этот шарф. Понравился прям, если ищете в поиске шарфа уютного, теплого, то есть довольно-таки достойного, то советую, вообще идеальный шарф.
И под шапочку, которую я заказывала, потому что у меня все-таки серого нет, я заказала вот такие вот перчатки, тоже серия Флоранж. Это перчатки размер S, называется серия, по-моему, Лирика. Здесь в составе, то есть 100% кожа сверху и внутри полиэстер. Сейчас я вам покажу более подробно, поближе. Вот такие вот мохнатые перчаточки. Размер S мне подошел идеально по моей руке. Внутри у них какая-то мягкая такая подкладка внутри, сверху кожа серого цвета. Я их пока еще не выгуливала, скажу так, на улицу. Но у нас сейчас в данное время морозы, я думаю, что все-таки мне будет немножечко холодновато. Вот в обычных моих перчаточках черного цвета, там тоже такой же мягкий подклад, мне в них холодно. У меня очень сильно мерзнут руки, поэтому у меня перчаточки с таким толстым-толстым мехом. Но это более на такую теплую зиму или на осень, на весну. Все, всем спасибо за внимание, до следующих встреч!